Всем привет! Загружаемся в Good of War. Влетаем, врываемся. Нежно ходим. А, быстрей. Играть хочу. Бить лица так. Это я. Ага, да, тут был бой, тут был хороший бой. У нас все получилось, мы справились. Теперь он... Опобочиться миссией нужно нам. Одной опобоченной миссией опобочиться. Ты чё стоишь-то где-то? Ты как бы тут батяня твой. Рядом стой с батькой. Как будто как это, не родной. Так, а надо вот... Я знаю, что тут вроде можно отмечать, да? Типа я вот хочу, типа вот это вот сделать. Ага, нет. Отслеживать. А, во. Ага. Вон она. Ага. Ой, это что за корабль? На корабль надо слетать. А может быть, что... вот тут можно пройти или что это такое? Он по веревкам-то не ходит. Что Один был мужем Фрей. Ага. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а ага. Его. Но мать Тора, великанша Йорд, была истинной любовью Одина. Ага. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Йорд не стала. Один много веков провел в одиночестве. Ага. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его бравадой. В результате долгих уговоров Фрея согласилась. Угу. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Угу. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. А-а. Он завоевал доверие Фреи, и она обучила его магии ванов, о чем потом горько жалела. А-а. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотун. Вот так вот можно добывать, ничего себе. Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. И здесь мировой змей. Я же говорил, он большой. Ну, они маленькие. Понятно. Один, короче, хитрый. Лис. Ну, это же Один. Что вы хотели, но... Не какой-то вам там насрано. Это Один. Ага. Может, это... Нет. Навряд ли. Сам с собой пообщался. Наверх мы обязательно заберемся, конечно. О, смотри, факел. Да. Факел делается из дерева. Это жаровня. Жаровня. Тут вроде что-то написано. Прочитать? Конечно. Че? О, это... Беги и вот так вот, да. Вот так вот, хорошенечко ему. Ага, и побежал. Ой, ничего себе. Так. Побежал по кругу. И снова по кругу. А. Оу. Нихера себе. Ну ладно, пойдет. Вы здорово дрались. Что это? Да, это есть такое. Он говорит. Да. Оно тебя слышит. Стесняйся. Я не стесняюсь. Так, что там? А ну это фигурки всякие. Что это можно взорвать? Да? Чем? Ага, вижу чем. А это как снять? Ну у меня еще нет таких возможностей. И чё? А, ага. Понял.
А у нас наверху сундучелло. О, здрасте. Спасибо. Чё дашь? Ага, и чешуя мирового змея. Ну, тоже хорошая штука. Ну, потом, подожди. Вот это вот как, блин, а? Чё, не умею, конечно. Но очень хочу. Ну, как запомнить этот сундук, хз, вообще? Здорово. Ты мёртв? Какая наблюдательность. Да. И безрассудство. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. А, хорошо. За эти скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. А, хорошо. Благодарю, это ты освободил нас. Да. Из водяной могилы. Возможно. Нас... Не, точно я. Других духов. В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло. Мы останемся в Мидгороде. Пока не уладим. Повезло в кавычках там, если что было. Может, ты им поможешь? Да, конечно, помогу. Ну у как? Нас нет желания помогать. Да ладно ты, Кратос. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Ага. Прощайте. Давай. Удачки. Что дали? Рекать искусного воина. О, СИУ. Посмотреть меню. Ну-ка. А, ну это лучше у меня, да? Вот это, да, у меня. Что у меня одето-то? А, ну да, она одета, да. Ну, такая. Показалось, что классно. Исчез. Идем. Четыре просьбы нужны. Да, да. Жопу и всех. Нахер они нужны. У нас миссия. Ты забыл, что ли? Мы мамку везем на самую эту высокую гору. Но сначала нужно побочку сделать. А побочиться? Да, да, надо. Я же сказал не отвлекаться. Им же нужна помощь. Да, ну нахер. Они духи, сын. Мертвецы. У них нет нужд, только желание. Ага. Я думаю, их нельзя бросать. Ничего пройдет. А куда пусть? Мама бы им помогла. Что ты сказал? Ничего. Мама бы им помогла. Это он сказал. Толтанул. О, тут можно тоже нас хлестнуться будет, да? Сегодня будет, наверное, серия побочных миссий, если что. Ясно, что брак с Одином долго не просуществовал. А. Но как Фрейя оказалась в лесу? О, это была запредельная жестокость. Даже для Одина. Будто брак с ним не был карой. Фрейя обошлась с ним лучше, чем стоило бы. С ним а туда можно забраться? Все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. Ну нет, там змеи. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фреи, и она ушла. А, бешен, понял, поистерила и свалила, все. Хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все ее слабые места. А, я думал, это... Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Угу. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. Ой, сочувствую Фрейя. В жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрейя. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень, я бы тоже. Плюнул себе в лицо? А, не людненькие. Да, блин, не успел. Что там, стоял же еще кто-то. А, ты просто стоишь. Я думал, ты такой. Но... таких не видел. Да? Они словно вышли из царства Хель. Ага. О, ворона, привет. Ты чё? Кратос, блин. Во. Не понял. А, типа. Всё, понял. А надо успеть. Все сразу. Здесь есть на что посмотреть.
Да, блин. Да, сложно. Понял. Надо поближе просто стоять. Да? Да, блин. Да. Черт, а? Короче. Надо сверху, с верхней начинать. Да куда ты? Да хорош, останавливайся, давай. А, все, да? О, блин. Тупой квест. То есть тупая загадка. Бесячая. Яблоко давай сюда за это. О! А, два только. Че не третье? Иди почитай, кстати. Смотри, еще жаровня. Ага. Хочешь зажечь ее? Да, конечно. Зажигай. Ну? Квейкия. Но веки я, да. Так вот сразу. Опа! И пошел отсюда. Ага. До свидули. Ай! А, ну да. А, вы из этих? Я понял. Прости, я не готов. Я уже готов. Да, давай, давай. Пуляк, что, раз готов. О, точно. Топор возьми в руки. Невероятно. Вы оба живы? Да. Прикинь. Еще дух. Да, есть. Привет. На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Ну, я не тот, ни другой. Я Кратос. Запустение, дитя. С каждой зимой оно становится все сильнее. Что? Ты знаешь причину? Точно не знаю, но похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп. Ага. Многие утонули, я в их числе. Вскоре появились ходячие мертвецы. Русноч. Мы можем тебе помочь? Сын. Мне просто хотелось с кем-то поговорить. Ты с нами поговори. И это желание ты исполнил. Ага. Спасибо. Да, пожалуйста. Обращайся. Чего? Оскверненный след. Легендарный предмет. Таинственный след души, сгнивший в море. Используется для улучшения рукояти искусного воина. А, хорошо. Люблю всякие вот эти вот улучшения. Искусный воин — это то, что мне дали, короче, это. Триньку. Ага. То есть, если я буду находить следы, я буду постоянно... Ой, следы этих чувачков, то я буду качать ее. Опачки. Здрасте. О, вот это находка. Ага. Вот это находка. Смотри, как он наш. Пылает прям. С сокровищами хочет поделиться с нами. Символ храбрости. А, Bluetooth. Я думаю, я туда подберусь, заберусь, доберусь. Оказывается, нет. Жалько. Ну ладно, сундук полутали, это хорошо. Типа можно было набахать, да? Да как-то не, неудобно, нихера. Да спрыгни просто, блин, ну Кратос, чего тебе пяточки боишься отбить, что ли? Девка вообще. Кратос девка. Лысая. Что я тебе говорил насчет твоей помощи? Но... Вообще-то они нам бонусы дают, Кратос. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели. Ты должен идти к цели. Понял? Они могут быть полезны. Да. Они что-то знают про озеро. Ага. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. О, правильно.
А ты пока будешь там, ну, гребсти. А мальчик-то все уже разузнает. Он же еще и с мертвыми говорит. У меня вопрос. Ты с черепахами. Я был первым великаном. Откуда он взялся? Вначале был Генунгагап. Великая пустота. Ага. Миров еще не было, только первозданные силы. Ага. Был огонь и был лед. И встретились они в пустоте и образовали... Воду? Не просто воду, а живую кровь для чего-то совершенно нового. Из этой воды возник и мир, воплощение созидания и хаоса, мать и отец всего, что родилось после. Даже асов? Да, всякий бог, человек и зверь вышли из плоти и мира. Однако из всех именно асы считали, что они выше остальных существ и вправе повелевать ими. Понятненько, но... Именно Один поднял руку на своего создателя и пролил животворящую кровь Эмира. Угу. Он сказал, что так было нужно, эти ворона, чтобы навести порядок. Ловил. Из разорванного тела Эмира Один скроил Мидгард на свой вкус. Это мы сейчас на разорванном теле Эмира живем? Он сам был творцом, а не убийцей творца. Мелкий, завистливый тиран. Ох, точняк. Это точно Один. Ой, прости, парень. Я думаю, нам лучше закруглиться на этом месте. Потом пообщаемся. Че это? А это че? А, ничего, говоришь. Ну ладно. Че там сидишь-то? А, на труп смотришь. Ну, умер он, да. Навряд ли он этого хотел. Сокровища разных миров. А? Я не знаю. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Да, да, давай. Фафнер был очень любопытной личностью. Расскажу. Давай. Не расскажешь сейчас, да? Потом. Хорошо. А я бы послушал эту великолепную историю. А, не этой. Не. Леоста же. Какая тебе Трума? Ты чё? Пацан, блин. Там не видишь, что ли? Все тебе надо показывать. Так. О! Здрасте. Бедный Фафнер. От амбиций до алчности всего один шаг. Не говори вообще. Эй, Синдри, ты знаком с миром? Человек, который мне подмигивает, да. Держи ее подальше. Это не гигиенично. Быть оторванной головой. Мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. Чего бы начать? Так. Эту рукоять нужно слишком много кусочков, а вот это я могу, короче, да? И она будет, ну, чуть-чуть получше, да. Ну, мы типа ее улучшаем, улучшаем. Типа, вот, да. Опять еще одного найдем, дай будет 4. То есть постепенно она так прокачается, что она будет еще и жесткая. Да, да. Повышение искусно, да. Улучшение повышает и другие характеристики. Да, я заметил. Не-не, позже. Неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенной из амелы? На память о добром друге Синдри. Я... Ага. Тронут. Не говори ему правду только. Ну, к делу. Давай. Левиафана не качнуть. Коготь не качнуть. А остальное пока насрать. Синдри, может, помиришься наконец с братом? А? Я? Да, ты. Помирюсь? Но... Но он же упрямый болван и не думает меняться. А. Он говорит про меня ужасные вещи и стыдится собственных творений, которые, кстати, и правда так себе. Он винит меня в том, в чем я не виноват. А. А? Например? Прошу прощения. Мне нужно успокоиться. Ты все успокоился? Хочешь поговорить еще? Хочешь поговорить об этом? Может быть, и хочет. Ладно. Да бери давай уже. Пойдем искать Фифнира или кто он там.
Куда прыгаешь-то? Блин, смотри, графины. Кто-то их делал, а мы сломали. Потому что вандализм. Ну и чё? Опять 1001 загадка. О, как тут красиво у вас. Привет, ты чё умер? Разбойники. Где? Ой, похоже, они успели первыми. А, о, ничего себе, смотрите, кто. 51 на. Кто, интересно, кто-нибудь собрал их все? Ну, кто-нибудь-то собрал, всегда найдется такой. Который соберет. Ой. Я бы сказал, что это труп разбойника. Где, где? Не вижу ни одного. А, вот, вижу. Бенч, бенч, бенч. И так, опа, опа. И потом так, опа. И вот так вот, опа. Разорвано, подорвано. Так. И вот так вот, да. Опа. Попал по мне, что ли? Ну ты мразь. Давай, 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 давай. Ну они все первого левела, как бы это. Не так страшно. Ага, вау, нихера себе. Возвращаем. Обстрел слева. Кстати, это тебе лучше стрелы. Да куда ты? Да куда ты? Ты что творишь? А. Давай, выпускай. Ага, и вот так вот. Чпокс. Все? Или еще есть кто-то? А, еще глазик. А теперь все? А теперь все. Атрей, ко мне. Не гавкай мне тут. Атрей, голос. Че тут? Можно залезть-то? Ага, можно. А сюда и нужно, наверное, залезть, да, будет? Тогда надо все прорыскать. Подобрать. Или нам сюда? А, закрыто. Заперто. Ищи другой вход. Ищу. Да я знаю, уж давно нашел. Это ты? Куда ты смотрел все это время? Кратос, блин. А, или это? А, видимо, вот это другой вход. А там что тогда? Надо будет посмотреть. Секретик какой-нибудь очередной. О! Ё-моё. А, ага, спасибо, пацан. Что это? Что это, блин? Это наша яблочко и Дуна. Надеюсь, по крайней мере. Очень похоже на яблочко. На, рок! Хотел яблочко. Получил рок. Хоть не в рок. Ладно, одно радует. Так, сюда можно еще зачем-то зайти. Давайте зайдем. А, сундук полутать. Ну да, хорошо. Хорошее место. Люблю места, где есть сундуки. Правда, это больше похоже не на сундук, а на могилу чуют. Ну, тоже пойдет. О, еще мирового змея чешуйня. И еще 9 серебра из графина достали. Мальчик, беги за мной. Не отставай. О, нихера тут трупов у вас. Че? Умерли-то все. Хорошее место я пришел. Уф. 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 Выглядит как полная всратость. Сейчас вот этот, да, встанет. Нет? Мне кажется, что он встанет. Да не! Разбойники пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Круто! Новая карта! А, круто. И что, и где? Как определить, да, что это?
Во, черепаху. А, ну да, вон черепаха, точно. А это что? Чё? Королевство охотника? Вообще не знаю, где это. А это... Ну, какой-то... Какая-то вершина, да? Ледниковый катализатор. Какая-то вершина. Ну, может, что-то найду такое. Так. Ну, пойдем туда. Туда, ну? А там ты не мог открыть, а тут можешь. Ну, хорошо. Ой, что-то вы все такие слабенькие. А, ну, типа, я должен был идти. Давай сюда подходи. Давай, давай. И да, вот так вот. Опа. Ать. Он тоже. Блин, это такая классная штука, а вообще. Я прям помню, как я радовался, когда я получил ее. Ого! Ничего ты что умеешь? И вот так вот. Опа-на! Нихера он, да, взрывается там вообще всячески. Что далее? А, серебришко. Чит. Никаких сокровищ. Подной камень попня. А, дальше, да, все понял. Радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарования. Да, все верно. Все, кстати, все сундуки ограбили. Не дели шкуру неубитого медведя. Да? Да. А то потом разочаруешься, когда не сможешь ее поделить. Когда тебе ее не дадут поделить. Чё? А. Минус один. Где ты там? Уже можно идти. А, ты полетишь, короче. Ага. Да? Тебя ага. Застали врасплох. Да. Ну, конечно. А должен ожидать. Где? А, во, вижу. Какая-то М-ка. Ни хера себе. Прости, не могу. Вот этого надо убить, да? Ой. Отец, да? Отец. С двух ударов. Да я так и помню, что он меня убьет. Я херню сделал только что вообще. И получил за это. По щам. Нас сразу было других. Ну я не пойду. Что за херня? Я думал сначала это баба. Ульва. Да блин, отцепись от него. Да блин. Да. Ага. Ого, да. Папка твой, магёт.
Здесь много того, что пригодится в дороге, а это главное, сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Ага. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. А, вон он был. Я еще пытался найти, где эта штука. А она была вон там, значит, да? Ну, типа, окей. Победил и молодец. А что значит молодец? Молодец значит молодец. Все. Это значит все. Давай, суй. Что, не вылезет никто, что ли? Врасплох он их не застанет. Долго будем бегать еще тут? Ну. Хорошее предчувствие. Тут мы найдем точильный камень. А-а. Я уже говорил, не радуйся прежде времени. Да. Глупо. Я помню, но у меня предчувствие. Да хреново у тебя предчувствие, я уверен в этом. А Вульву ты предчувствовал? О, вторая. Ой, не то. Давай, добивай уже ее, эту вульву. Да, это я. Это ты, это я. Между нами молния, все верно, но это ты, это яд. Да. Так, все у тебя предчувствия, конечно. Да, блин, там по-любому что-то ценное лежит, да? Видно. Ну ладно, досадно, ну ладно. По-любому самое классное, что могло найтиться в этой игре, лежит именно там. Это все из-за пацана, но из-за его предчувствия вот это все. Да кто? А. Зря. Вот это разорвано, конечно, сейчас было. В этот раз я был готов. Да. Вижу. То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Ну да. Куда идти-то? Всегда ожидать худшего. Не надеяться на хорошее. Мы туда-сюда ходим, что ли? Готовым к атаке. Как я понял, да? Главное не перепутать. Ага. Главное вообще. О, песик. Подожди. Он просто пятого левела. На тебе, волка, мы, короче, дадим волков, да? Оу. Отец, я готов. Оу, ничего, ты что творишь-то? А, он меня съел, ничего себе. Он мне еще камуши кинул, видели? Ира себе, так красиво отыграл, а так по-тупому вдумал. На Ашку было нажимать, а я что-то как думал, что нажимать? Что сделать, чтобы меня не убили? А. Ага, не говори вообще. Готов, жду приказа. А, да блин. Ладно, все, я понял. С волками так нельзя, как с этими. Во-первых, этого нужно сразу выносить стрелами, чтобы он не летел на меня. А то он нихера мне кусок откусил, блин. Он пятого уровня так-то. Да? Ага. Вот так вот быстренько его, да?
Ага. А. Да ладно. Нихера вас. Слишком много. Ага, слежу. Ага. Оу, сзади, ну. Где ты там? Песик. Ага. Все? Ух. Песики посложнее оказались, да? И остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но может мы его все-таки найдем? Может быть. Нет. О. Нет, не найдем, короче. Не верит он в себя. Ты богов убивался, ты в себя не веришь, а? Я верю, что найдем. Нахер мы тогда сюда пришли, в общем-то. Нет больше сундуков, ничего. Зато полутались. Полутались, но нам-то что с этим вот ачиво? Мы его сразу отдадим. А, ну нам что-то за него дадут тогда. Ой. Где опять? Ага. Ой, ну. Сюда. Да, говорит. Ну да, хорошо. А, да. А тут какой. Сейчас какой-нибудь тролль, да? По-любому. Ну на обратном я пути. Яблок? А, это опять эти все. Слабо, ну, может, один лучше, замедляющий всех. Ну, короче, надо это, тестить их все вообще. Мощный ледяной луч. Алло, куда валить? Кто валите? А. Пришел помочиться на мой труп? Да. Неблагодарный. А, кто вы такие? Пошел помочиться на твой труп. Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Ну и... сын наточил на нем кинжал, которым потом пырнул меня в спину. Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. А-а-а. А я его не баловал. Ты сам почему так стал капитаном, небось? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. Нам пора. Брат, за тобой огр! Подавись! Да возьмите его! О, их! Их больше одного, ничего себе! Ага. Оу! Там еще какие-то мелкие эти летающие, вот эти говножуи. Да бегу, 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 бегу. Ага, бегу, 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 бегу. Как можно вообще без пацана? Я говорю, вот мне тогда, когда пацана забрали. Да когда ты взял-то? Дебила ты кусок. Ты должен был глаз взять, блин. В оборот. Где глаз? О! А теперь на этого. Давай, 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 садись, садись, садись. Здорово, сейчас пойдем бить. Где ты там?
все, что ли, умер так быстро? Кстати, камень не купил у этого. Оу. Иди сюда. Сюда, говорю, иди. Сюда, иди. Давай. Ага. Ага, и давай. Добей сильными ударами. О-о-о. Красавец вообще, да? Чё творю просто? Уф. Хорош. Бог на боги, но... Ну хорошо. Ой, деньжат еще. А, это что такое фиолет? Так, синенькое это что? Ага, знак храбрости это что? Чешуйня. Что-то еще. Блин, так быстро не собирай, то не видишь, что собираешь. Серебро и... Ну и хилочка. Что делаем? Покой что-то. Мы все собрали, да? Тут больше нет ни хера. Ну да. Ну давайте вот это сломаем еще. Да блин. Что ж промазывает? Ну, короче, вот. Парень, так, нам куда? Ага, нет, точнее, нам сюда. Тут сундук. А, там мы сундук этот собрали, да. А вы умеете драться? Конечно. Этого у вас не отнимешь. Не отнимешь ни капельки, ну. Мы еще как умеем драться. Такую красоту творить, да? Да? Красотищу, я бы даже сказал. Это что-то такое висит. А, висюлька. Ну, виси дальше. Тут нет никакой птички-то. Вечно где-то птички прячутся. Таких, да, каких-то местах палят за нами. Не, не прячутся. Ну, ладно, все, пойдем. Пойдем, мальчик. Да, я же говорю, сегодня будет день побочки. Побочный день побочки. Они, кстати, ни разу даже не стукнули. Ух, так ж такая красота была. А ты что, так и не встал, да? Родного отца из-за сокровища в голове не укладывается. Ну да, я надеюсь, ты так не поступишь. Я сказал тебе, всегда ожидай худшего. А-а-а. Ну то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына. Ну да. Ой-ё. Ой-ё. Ты чё? Приготовься. Как легко с тобой справляться, оказывается. Оу! Ничего себе! Оу! Спасибо. Да куда ты? Да кого ты взял в расход? А, блин. Мне подхилиться бы. Там где-то... Ага, сзади, но... Так, не там была хилка. Я справился, да? Ну, почти. А тут была хилка. А, не зайти. А вон еще это... Во, нормальное место опять нашел.
замедлился. Да, я замедлился. Однозначно. О, выжил. Смог. Что дали? Шамирового змея. Держите, что... А, бастиарий обновлен. Давай дальше. Это что? Это... повышает сопротивление отравлению. Ну, хорошо. Где-нибудь может пригодиться. Обломок древнего 5 штук. Могу что-то скрафтить. Это что такое? Сердце древнего. Да-да-да. Серебро. Сталь. Все? Видел, мальчик? Я зарешал. Кстати, твоя хилочка вообще была, кстати. Молодец. Любишь папку. От тебя нож в спину не дождешься, но... любишь папку. Бережешь. Это было жестко, да? Это было хорошо, это было интересно, это было классно. Сначала два этих тролля. И потом один древний. Ну, самое жесткое представляет вот эти вот прыгуны, которые выпрыгивают из жопки. Вы случайно не нашли тот точильный камень? Ну, случайно. Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал. Че дал? Редкий предмет. Талисман. Талисман пред... кинжал, который вы предательство. Принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. Примените во время прицеливания, чтобы замедлить время. В этом режиме повышается эффективность атак в дальнем бою. Понятно. Хорошо. О, опыта навалили еще. Хорошо, хорошо. Так. Ну да, на этом нужно заканчивать. Как раз побочная серия побочек. Сейчас, подождите. Ну, пацана сейчас только что хотел. Я правду увидел? Надеюсь, нет, Кратос. Я бы не при мне. Ты что такое? Ага. Ну, это все не очень интересно. Это что такое? Ага, и верните топор, чтобы, да-да. Ну, это тоже все так себе. Ну да, вот это интересно, да. Да-да-да-да-да. Но тоже сейчас на это тратить не хочется. Так, вот тут что у нас есть? Голыми руками. Ну да-да-да. Опять, да, сражайтесь, ну, это голыми руками. А, ага, вот это надо по-любому брать. Иногда я нажимаю, и ничего не происходит. Я думаю, почему? А должно, да. А оно просто не взято, ну. Ого, требуется 300 защиты, чтобы, да. Что такое? Смените стойку, наверное, знаешь. А, ну это хер знает вообще, что такое. Опять голыми руками. Голыми руками. Да, ну в жопу, короче. Вот это вот. Ага. Просто сильнее ульта. Ага, 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 вот это да, надо тоже брать. Что это такое? Нажмите ЛБ, чтобы привести быстрый удар по земле. И перевернуть их зачем? Ага, ага. Ого. А это? Бах. Ну пока нет, нет смысла ее брать. И лук от Рейна полностью вкачать. О. Вообще. О. Трей почти вкачан. Ему один раз еще лук, да, и будет круто. Да, точно. Учишь меня чему-то? По лицу просто парня пнул. А че ты меня чему-то учишь? Возможно.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!